Меня зовут Санчес, и это новая нарезка по Фортнайту. Подписывайся на лайк, ставь подписку, и мы начинаем. Так, ладно, мне плевать, я не лезу, я не конфликтный. Да ты за***, короче, да отстаньте! Вы нам сражаетесь? Капец, кому кажется, что Артём, ну шалупонь ебаная какая-то? Что ты доебался до меня? Да отъебитесь! Артём, смотри, короче. Смотри, короче, мы сейчас с ним идем в угол, а ты идешь нахуй, договорились? Не, не знаю, но мне кажется, лучше... комп, хотя комп за 50 как говно. Ну, вообще, наверное. Ну, по сути, как я помню, когда я собирал 50к, это было дешево даже очень. Да это нормально. Ну, я собирал себе, да, чтобы он Red Dead Redemption тянул и все. И типа, как я помню, 50. Red Dead Redemption тянул на ПК! Ну он хотел Red Dead Redemption. На ПК! Red Dead Redemption! В смысле, ну это? На ПК! И что? На ПК! И что? Я что ты сейчас сказал? Продай на ПК! На ПК! А меня можно? Я поднимаю. Ай, блядь, этот он стреляет! Дима, застраивай! Дима, застраивай! Дима... Ой, Санч, застраивай! Так у меня ресурсов нету. Ну какая разница? Действительно, какая разница, да? Действительно, да. Как же круто быть натуралом. Да. Ты откуда знаешь? Жалко, что тебе этого не поднять. Ладно. Не понял. Я тоже. Это шутка была сейчас? Это не шутка. Это факт. Кей-поп? А чего кто не купит себе кей-поп? Не, это не гей-поп. Не, гей-шоп это другое. Я обожаю кей-поп, она топовая эмоция. Кей-поп. Вот они слева направо. Чонгок. Чонгок. Чего? Чупа-чупс из этого разряда. Чонгок. Типа того. А, ты типа не знаешь, типа. Вот они слева направо. Чонгок. Вонгок, блять. И как он там. Ну это как знаешь, это как Бузова, Бузкоин, Бузфут и типа Арбуз, это тоже ее тема. Такая же. А Бен. PS5 для пидоров. Поэтому ты ее хотел купить, да, сразу после выхода. Ну да. Натуралом быть плохо. Подожди, а вот можно сейчас отмотать на 3 минут назад там и вот, ну да. Да. А здесь нужна небольшая предыстория. Артём попросил меня посидеть помолчать, и я полчаса сидел молча. Она мне летит. Санч, если ты сейчас будешь, блядь, дальше молчать, меня это в конце, в конец заебёт. Ты да, ребят, ты беременный, что ли? Помолчим, всё, достал. Ты молчишь, меня это бесит. Ты рожаешь, что ли, не понимаешь? Что с тобой не так? Ты реально, ну, блядь, затыкайся, когда это надо. Сейчас надо, чтобы ты говорил, блядь. Я тогда быстро, Санчес, как-нибудь. А рельсы мокрые понюхать не хочешь? Да, что за бред? А жареных гвоздей не хочешь? Угу. Куда Кирилл реально далеко так... Дай погонять, дай погонять, граплер. Я тебе верну. Серьезно. Ну ты мразь. Я не верю. Ты в оба мразь. О, слушай, подожди. А, по мне прилетело. Блять, будешь меньше выебываться. Я как бы это и не понял. Ты понял? Это он заткнул тебя сейчас. Да. Я за Санчеса. Пошел ты в жопу. За моей маленькой заюшей. Санчес задрал меня уже. Ладно, я сам за Санчесом заюшу. Да, я, да, именно. Экзекли. Я, да, точно. Что значит ваше экзекли? То именно. А, мародёры. Ты совсем английский не знаешь? Что там значит твою? Не, я на мародёры. А тебе нужен РПГ? Подписывай. Нужен граплер! Вот что там мне нужно! Ну давай. Ну там мародеры, можешь их убить. А, ну да. Никто же мне помочь не хочет в этом. Зачем? Так это Дима. Да, ну в принципе, так суть небольшая вообще. Ебать, они быстро плывут! Они за... Дима, как ты тут вообще так быстро оказался? А, у тебя граплер? У меня же граплер, да. Мразь. Бегайся, аук выпал. Будешь аук брать? Не, у меня скар. Не, я Кирилл, а то Кирилл рядом с ним. Ого! Нет. Я обойдусь без ваших подач. Что, вам помочь мародеров устранить? Да не, мы сами! Артём, я гордо пройду мимо, я не обернусь против тебя.
Вы заебали, блядь. Бля, у меня все фиолетовое, охуеть. У меня фиолетовый скар, фиолетовый ПП, фиолетовый РПГ, фиолетовый коряк, только тактик серый, блядь. Мне бы место, где оружие улучшить. Не, здесь такого нет. Есть. Чел на мне. Там не человек. Да, я понял. Он у нас. Нас нет, есть только я. А! 10 хп! Ты его убил? Ты мразь! Я из-за него хп все потерял. Все шилды. Я могу одну аптеку дать, и у меня миники сейчас. Но тут как бы на нас люди. Сейчас, стой! Не иди! Блять, я его хотел с ракеты, да. Убил, бери аптеку, быстрей. О, еще ракеты. Есть ракеты у кого? Ракета. А, да. Скинь, да, тогда, скинь тогда прям в меня. Там эти, хиппи. А, это твою мать, это чучело. Я человека с чучелом перепутал. Нормально. Сам понял, че высрал, клоун. А, на мне летят! На мне летят! Если тебя еще найти, а. Пацаны, где airdrop, помните? Вон там люди. У кого-нибудь есть airdrop? Ой, этот, джампэд. Да, у меня два. Это так мило. Ладно, я потом тебе скину. А, вот, ну. Я тебе тоже скину кое-что. Угу. Вот, спасибо, зайчик. Ой, да. Все, кайфанул, спасибо. Мне просто надо было быстренько все забрать, чтобы потом, ну, не там тупить. Там зампад стоит. Только что использованный. Так это я поставил. Вот этот? Если ты... А, я делал-то про этот. Потому что вот тот, это я. Походу, посмотрите на здание, там самое типа большое. Ребят, чё по... а чё по Патрикам на автомат? Автомат у меня 200, кому дать? Дим, лови патроны! С воздуха! Да это не на том, мне нужны на снайпу. А, тогда верни. Почему меня это порвало? Че по парам? Че по спанчбобам? По мне кто-то дал маленький шотик. Что там? О, 105 дал. Давай я возьму. Ты пометил? Там чувак, я ему 105 снес. Хорошо, возьми аптеку, козыри. А я к тебе. Нокнул чела? Да блять, пожалуйста, тихо, я не могу сосредоточиться, чел. О, все, у меня все фиолетовое. Да, он был соло. А, нет, не соло. Это я сейчас. А, у меня. Прям в здании. Убил. Все, хорошо, хорошо. У меня все. Все фиолетовое, кроме граплера. А, нет, легендарный. Иди сюда. Ну, у меня, конечно, что? А, нифига. По тебе. Создание. Создание, на здание. На здание. Не бейте! Понял, иду. Иду сосать. Ой, иду убивать. Где здание? Какое здание? Ну, у нас главное. Просто там двое. О, я дал по кому-то! Да, я видел. Лоу. Да, он, блядь, заткнись. Да. Отходи отсюда, здесь уже... Тебе нужны хп, это, как у Кирилл? Мне нужны ракеты. Ракеты есть? Ракеты? Да, две ракеты, на. Все, хорошо. Сейчас, это что? Быстрее! А, вот. У тебя есть Санчес? Кирия Санчес, есть у вас ракеты? Нет. О, по тебе сейчас нормально так дали. Я держу, хилься. Хилься, я держу. Хилься. Все, Кирилл. Ах, с чего мне так дают? Я там одному нокнул в здание. Там меня смутно. Блин. Вон там один белый! Понял. Сейчас перезаряжаю, у меня просто скаут не перебьет зомби. Да, нокнул. Так, тогда этот в здании, наверное, его френд. А, подождите, пожалуйста, я захилю. А, у нас нет времени. Ага. Нашел. Что это было? Смотрите, вон там вот. Перезаряжайте оружие, все, не забывайте. Я перезаряжаю, только у меня...
Прилетел, а, один, они свалили оттуда, свалили в зону. Я знаю. Ой, кажется мне ГГ, хотя нет. Сундук агентов? Нифига. Мне сейчас, дадите пару... Что? Тяжело объяснить. А, тебя от зоны? Пока! Нет, живи! Так, слушай, тебя уже не спасем мы. Чё, Патрика? Заткнись, пожалуйста, ты бесишь. Не, серьезно, типа, на данный момент можно тебе заткнуться. А, 2-2, Артём. Да я понял уже. Чё, так, давай, Патрика? Я у тебя, Артём. Ну, давай ты без этого, серьезно. Всё. Они пускают. Ракеты есть срочно? А, нет, к сожалению. А, что? Это ты? Да, засунь. Нет, не я, блядь. У меня просто одна ракета. Но у меня тоже... Вон, я видел! Хорошо! А как ты ему 115 синих и 115 белых? А, ты... Вон он! Да, я со скаута целю. Давай, брат, тут два топа! Он сейчас другого будет поднимать. Я его не вижу, я его не... 32 дал! 32! Да. А топы розовые хоть? Я пожертвую собой. Блин, не успел. Он в зону улетел. А, я он знаю. Здесь. Подожди. Где? Вот он у меня. А, уже здесь. Где? Во-во. Ой, блять, кое-как около меня пролетело. У него лол XP. Чекай. Я к тебе, на джампаде. Жди. Он тоже на джампаде. Вот куда он полетел? У него грантомет, у него патрон закончился. Нет, все это тенденция. Он летел? А, нет. Вижу, он обратно прилетел. Он на джампад один. Понял? Да. Нормально вы скачете. Убил. У меня прямо. А, я улетел нечаянно. Так. Дал ему 8! Он белый! Да заткнись ты, Сэнчес, бесишь! Я сломал джампад, он обратно не вернется. Где он? Вот! А ты осторожней, иду. Да ща я его разъебу, блядь. Всё. Так, до свидания. Чё по Патрикам? Давай, брат. С Квидвардом. Давайте, до завтра. Давай, до завтра, брат.